блин. О, наконец-то. Всем привет, ребят, с вами я, Вон Миронов. И не Павел Гор. Амокус. О, ну вот у нас. Ой, ну хватит. И сегодня посмотрим танцовки разных вещей. Если кто помнит, мы однажды уже смотрели про Макдональдс. Можно сказать, это вторая часть. Танцовка, хорошая танцовка, сделал великую работу. Плюс, ну, это полагаю, что плюс А, твердо с плюсом, 100%. Английская школа. Плохая танцовка, ты получил ужасную работу. F. F это типа... Два. Да. Сейчас я буду здесь стоять. Следом. Университетная танцовка. Ты в университете. Интересно, что там. Я не знаю. Истинная танцовка. Ты учишься дома. Хотелось бы так. Я тут полагаю, что это дистанционка. Домашняя работа танцовка. Ты делаешь домашнюю работу. Или может он списывает домашнюю работу. Монтейн, я не знаю, что за Монтейн. Это тогда чел получил 2 с минусом. Классный момент. Бум. Будет спун эндин. Я не знаю, что у нас. Ты провалил и получил вуден спун. А, тебя выгнали из школы, может? Или тебя наказали очень сильно? Или вызвали родителей? Я не знаю, но в этом нам поможет переводчик. С китайского. Wooden. Я правильно? Wooden spoon. Я правильно написал? Wooden spoon, wooden spoon. Деревянная ложка. Так. Типа, ты провалил тест с... тебе ударили деревянной ложкой, что ли? Нет, тебе... Ты не сделал деревянную ложку, наверное. Да. Ты провалил тест и не сделал деревянную ложку. Ну, возможно. Поздняя танцовка. Ты опоздал на... Ты опоздал. В школу. Да. Это мистер Трапс из Стамбула. Пью-пью. Пью, танцовка. Пистолет. Пью. Типа убиваешь школу. Танцовка. Нет. Супер танцовка. Так. Он просто... Ага. Его просто выгнали в эту дверь. Он там теперь спрятался. Но за ним пришла она. Ё-моё, тут еле-еле я вижу, что написано. Точнее, вот тут слова видно. Инди-концовка или... Инди... Их... И... я не знаю, короче, но... Инди-нов. Новое. Новое что-то. Окей. Это у нас про что? Про аквапарк, что ли? Да, наверное, это мы смотрели. Серьезно? Я думаю, что нет, не смотрели, я помню. Мы? Нет, мы... Ну, давай лучше что-то другое, то я, наверное, не знаю. Это что нет, мы это не смотрели, видишь? Ладно. 100% мы это не смотрели. Угу. Хорошая танцовка. Значит, ты другой хочешь или что?
Ну, какую ты хочешь? Ну, я потает хочу. Хорошая танцовка. Ты отправился в аквапарк со своими друзьями, и ты остаешься здесь... Навсегда. Часы. Часы. Это было весело. Всегда забывает одно говорить про часы. Понял. А сейчас Не знаю, но... Короче, переводишь снова. Финд. Ужасающая там софта. Ты покатился вниз на ужасном, на ужасной дороге в мире. Понятно. Это типа то, что он затрал глаза, ему было страшно. Найс. Это у нас Трута. Трутое смотрение, я так понимаю. Трутой просмотр танцов. Трута выглядит лучше Дрейка. Смотрится Трута. Что? Бэтрумс. Танцов-то за Тулиси. Ты покатился вниз на два партии, и ты попал в Затулиси. Класс! Такого Затулиси не бывает. Танцов-то! Танцов-то называется? Подождите, почему здесь акула в аквапарке? Помогите. Окей. Неправильный выбор танцов-то. Ты потатился вниз на аквапарке, но ты потатился наоборот, то есть долго вперед. И сломал ранил свою голову. Это было ужасно. А я случайно не продюсер из FIFA? Он почти похож на него. А это разве не из Мистера Биста ли было? Слушай, это не Мистер Бист, он мне записывал такое. Я вроде помню, там что-то был корабль, $1 против миллиарда. Ты пошел на удивительный корабль, и ты нашел чудесный аквапарк. Собачка. Рип. Оф. Короче, мертвый этот вот. Ты пошел поплавать в бассейне. Но, к сожалению, на бассейне появилась целая водопад. Ой. Волна, короче. Не хочу еще раз это послушать. Я вспомнила, это муста из игры Сеги. Тогда там делаешь свой парт, или это была муста? Я знаю, это муста. Так, Луцури Эндинг. Танцов-то... Ну, переводчик опять. Луцури, правильно? Луцури. Роскошь. Роскошная танцов-то. Ты увидел радужные цвета внутри. Бесконечная, да, танцов-то. Бесконечная танцов-то. Настолько длится этот аквапарк.
Насколько длится? На часик где-то. Бесконечная танцовка. Великолепная танцовка. А ты пошел, не знаю, как переводится, ну, короче, пошел вот это. Да я не хочу это переводить. Боишься, боишься. Да мне надо... Вот, я даже придумал новое правило. Ну, не тогда не вставайте, тогда ездите. Дэйч танцов-то. Ты адытвально умер. Вот лопатки. Ну что я смотрю? Блудбаф? Блудбаф. Танцов-то блудбаф. Почему вода красная? Да, кстати, это отсылка на фильм «Красный бассейн», я помню, там, где я смотрел такой фильм, там бассейн, вот этот аквапарк превратился в красную кровь. Это отсылка на этот фильм, оказывается. Ладно. Стучная райвер. Ну, короче, что связано с дородой. Стучная дорода там софта. Ты должен был. Ты адытвально должен был свалить отсюда. Ну да, это реально стучная. Пакет эндинг. Серьезно, почему здесь так нода? Типа, чтобы я не уместился. Стучная танцовка. Леди. Ты не должен был это делать в ресторане. А, то есть... ты не должен был это сделать в ресторане. Короче, понял. Была стучная съесть это ресторане, а он это привез. Сюда еду. Приносит еду в аквапарк. Фан сэндвич. Не знаю, как переводится. Наверное, змея. Короче, змея танцов-то. Змей смотрится ступень. Все это закулисье. Мы мастер-писты. Что там про... 100% там будет мастер. Вы встретили мастера Биста в Иссыкулисье, и он спросит туда 250 тысяч тонн тротила. Да никто из нас не знает, что там. Значит, нейтральная танцовка. Ты умер на уровне 0. И ты не хотел бы здесь оставаться в Иссыкулисье. Ну да, там есть уровень 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правда, не понимаю такого одних смысла. Плохая танцовка. Ты увидел бесконечные стены. Холс. И ты застрял за Тулисиан forever. Навсегда. Плохая танцовка. Мем, где мотиватор стал такой популярный. Hide now. Прятайся старее. Если ты не спрячешься, он тебя найдет. Что? Просто. Танцов-то ностальгия. Твой нутлип попал. Твой нутлип сделал уровень таким же, как был твой старый дом. Не иди в воду.
не иди в эту воду. Ты чувствуешь себя небезопасно. Ты не должен быть здесь. Это яд? Дандер. Опасная танцовка. Становится темно. Сейчас. Уже становится темно. Все. Все здесь остались. То есть всех отсюда все пошли. Ты единственный, кто здесь остался. Секретная танцовка. Выход находится там. Быстрее, беги. Танцовка уровня 3. Ты вошел в уровень 3, и тебе сейчас предстоит больше много Dangerous уровней. Удачи сбежать. Это кто? Элфа. Веселый уровень танцовка. Ты вошел в уровень веселья. Привет! С днем рождения! Наслаждайся тортом! О май гад! Трампет! Застрятельная танцовка! Ты не можешь уйти с пещеры! Ты застрял! Полагаю, ты сейчас испытываешь свои последние моменты в... с тавлями. Последний момент с тавлями. Главное, что происходит здесь? Но. Беги сейчас. Ты должен бежать сейчас же, или ты не уйдешь отсюда живым. Забыта танцовка. Ты идешь в бесконечную стену. Где выход? Темная танцовка. Ты вошел в черный уровень. Где выход? Как избежать? Ты вошел в бесконечный дом Лео. Ты вошел в уровень бесконечный дом. И ты будешь здесь жить. Фейтвая танцовка. Ты вошел в уровень танца. Где выход? Так я сбегу. Мне кажется, что это была ловушка. Лайт и подписка для второй части. А, вот тут вторая часть. Угу. Давай ее. Вот, ты попал на последний уровень, 3999. Да. Хорошая танцов. Забытая танцовка. Ты сделался... У тебя сделался нутлип в 94-й уровень с бесконечными стенами, то есть домами. Ух ты, это же Дарисмут. Не смотри в одно. Что это за вещи? Вот эти вот. Это окно. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Что ты только что сделал?
Ты не должен был это делать. Что-то неправильное перед смертью произойдет. Я думаю, тебе лучше уйти. Тебе лучше уйти сейчас же. Он прямо здесь. Да, выхода нет. Вообще, затмились реально? Да, наверное, да. Ностальгия тендит. Танцов-то ностальгия. Ты сделал нутлип в уровень там, где ты вспоминаешь свое детство. Ты уже дома? Ты смотришь на свой дом очень много лет. Я не думал, что ты найдешь его здесь. Я не пойду в такие лестницы. Он на лестнице. Я думаю, ты должен спрятаться. Танцов-то ловушечная танцовка. Ты пошел в бесконечное и дровое место, где ты в битве in the playground был понял, что дошел до верху. Это похоже, ты понял, что теперь сбежать. Что ты не можешь бежать. Страшно. А это что? Это что? Это Микки Маус! Микки Маус! Да, а может это мой Сонит? Это серьезно, что это? Рано! Беги сейчас, если ты не хочешь, что он бы тебя нашел. Ну, блин, это же... Та же танцовка была в первую часть. Да, глючи. Короче, перевожу. Фэй... Это азбука Морзе. Нет, это не азбука, но это ж есть этому перевод. 100%. Найди перевод Кастера. Не знаю. Не, перевод Астра другой. Перевод Астра это Виндин. Смотри, сейчас. Виндин. Я правильно перевод? Да, Виндин Транслейшн. Дастер это вот. Но это ведь... Не, ну они, кстати, чуть-чуть похожи, но хотя нет. Вот, допустим, я напишу вот это, вот сейчас любое. Трестит. Трест. Дружок. Трест. Квадрат. Дублировать. Треугольник. Ой, не проходит. Ромб. Да, это ромб. Ромб. У меня получилось... Ты пытался сделать ноутлип, и ты закончил в личной части. Сов нет посадок, что эта часть была вроде от... Мультита тачки 2. Бесконечная танцовка. Ты вошел в уровень бесконечного самолета. Ты теперь застрял там навсегда. Опять тут лезть. Часть третья. Нейтральная танцовка. Твоя комната за Тулисия была держалась часы. А затем ты был убит в родом. Ты не хотел бы здесь остаться в Запулисе, но это понятно, это завтра. Неправильно. Хорошее. После много месяцев в Запулисе ты сбежал с улицы Аллевой от твоего дома.
твоего же твоего дома. Это получается, его дом был за Тулиси. Уровень 203. Ты попал в бесконечный супермаркет, ты заспидранил часы, чтобы поесть здесь еду. Это... Там что, русский сахар был? Acceptance ended. Ой. Русский сахар в этом будет. Русский сахар. А вдруг это пятерочка? Реально. Там еще была гречка. Да реально. Понял. Русский соль, русский лед добавили. Русские крылышки. Да. Русский бэкрумс. Русский бэкрумс. Там будет. Русский гастер. Русский папирус. Русский сан. Русский. Там вот эти ацептенцы, русский сахар. Ой, у меня уж ацептенц, ура. Боже мой. Так, восприимчивость. Восприимчивость от ансофта. Ты зашел в дверь, ты попытался избежать свою вину, но здесь нельзя было пытаться не избежать, не что-то изменить. На дом похоже больше. Ири. Опять. Переводчик. Класс. Почему я до сих пор жру от русского сахара? Я жру русский сахар, ты понимаешь? Жру. Да, ржу. Я ржу, а не жру. Я как сейчас, подожди, я жру русский сахар с русской гречкой и с русской солью, русским маслом и играю в русские телефоны. Живу в русском городе, работаю на русского и сам готовлю русский сахар. Почему я до сих пор ржу от русского сахара? Ладно, давай дальше. Ладно, всё. Зловещая танцовка. Зловещая. Демон ставлен. Подожди, это выглядит как твой дом, но что-то не так. Мне кажется, двери нет, чтобы войти. Где все остальные? Подожди-то. Сейчас. Где тот человек, который на меня сейчас смотрел?
А почему здесь я, Рустая? Рустая буква! Вот аж говорю! Русский сам! Рустая буква! Я был пропад от лица! Обалдеть! Я был прав! Это там русский сар был! Вот он там танцевал на стриге. Я помню, тогда я пошел в это место. Что в этом месте делают? То есть я ас. Я. А, боже мой. Почему? Пепси! Аутхантер! Аутентичная танцовка. Вау! Я здесь... Что я сейчас только что получил? Откуда эта музыка идет? Наверное, от этого. Пепси. Танцовка 4... То есть уровень 4000 танцовка. Быстро! Ты должен садиться в свой корабль, вплыть в океане. Враг может тебя поймать. Монстр. Выбери... Я выбрал по неинтересное. Я бы, наверное... Смотри, если тут exit, это по-любому вранье. 100% это вранье. 100% выход — это тоже броня. Остается только 3 неизвестных. Так что я выбрал по неизвестным. Тут еще стоит подсказано из way, то есть этот путь. Либо этот путь, либо неизвестный, либо выход. Точно не это, поэтому либо вот это, либо вот это. Но мне кажется, что из way, кстати, иногда тоже не врут, а может и врут. Выбери трубу. Сделай хороший выбор. Твой риск на жизнь. Сделай свой риск на жизнь. Рискни. Я бы в неизвестное пошел лучше. Голодная танцовка. Ты был голоден. Ты стоял на месте. Подождите-то. Это Что это там за еда? Макдональдс был за Туиси. Кстати, я вроде видел видео, где Макдональдс был. Не иди в эту воду. Это место небезопасное. Уходи с шитя же. Help me now. Помогите мне с шитя же. Подождите-то. Я потерялся. Попытайся сбежать. Быстрее, он бежит после тебя. Попытайся сбежать, а то становится темнее. Все темнее. Я не думаю, что я должен быть здесь. Ой. Ты выбрал неправильную дверь, слишком поздно. А это кто? Дядя Серёжа. Нападай. Да. Дядя Серёжа? Нет. А теперь самое главное видео, которое сейчас будет. Затрой идут глаза. Угу. Туда смотри. Куда? Вот туда, правильно, вот сюда смотри. Я стендов. Все, теперь не подглядываю. Подглядываешь? Да. Молодец. Молодец. Не подглядывай, потому что... О, каждый дом. Не подглядывай. Бро, я не подглядываю. Я играю в Stand of Glass.
Вот самое главное. Танцов-то. Смотри. А сколько она набрала просмотров? Вот самое главное. Ну все, давай еще посмотрим три видео и все. Хорошо. Я уже устал приводить его. Ай. Ну пожалуйста. Окей. Все, давай. Игровое место, вся танцов. Хорошая танцовка, ты играл на месте на трутом солнечном дне, и ты имел хорошее, великолепное время. Бог мой, отошел. Плохая танцовка. Ты не шел без игра в игральное место, потому что был дождь. Страшная танцовка. Что это за мужчина? Почему он... Это? Спидран концовка. Твоя мама сказала, что ты уйдешь из играть место через 3 минуты. Так что сделай спидран. Наихудшая танцовка. Ты играл на играчном месте, но после этого в таком-то действии произошла драка. Борьба за место. Ура! Борьба за татем-то. Лучшая танцовка. Ты вошел внутри двери играчное место. И это было очень здорово. Весело, очень весело. Ты что, знаешь эту музыку? Kidnapped. Я уже забыл. Да, переводится, поэтому еще раз переводим. Ура! Kidnapped. Похищены ура! Добрые люди! Люди! Похищенная танцовка. Вас похитили в парке. Ей! Добрые люди! Лучшие люди! Лучшие? Да! Саша! За Украину. Не. Его. Он как он там побольше людей берут. Прекрасное место танцовки. Ты вошел в игральное место, ты вошел в игральное место, которое создал ты. Но никто, но не того здесь не было. Но я бы на 50 оставил процентов. Ставлю, я бы нейтральным поставил. Опасная, супер опасная танцовка. Ты играл на ужасном старом играть месте. И ты сломал свои 5 костей. Бонус, ты превратился в Санса.